Здорово, салайки! Сегодня мы своими руками будем делать кормушки. Нам понадобятся ножницы и любая алюминиевая банка. И не забывайте, то нужно заботиться о братьях наших меньших, о птичках, синичках. Это сейчас лето у них корм есть, а осенью наши кормушки обязательно им помогут. Сучьи выродки только засирают все. Опустошаем кормушку, потом врезаем дырочки. А, заебись. Теперь ножницами проделываем дырку. Блять, не орите, ебаный брат. Сука, попортил. Ой, ебаный брат. Хорошо идет, птички. Все ради вас, птички, ёбамать. Где, бля, ножницы? Не забываем, что нужно делать в баночке дырочку с обоих сторон, чтоб сразу несколько птичек залетало и ело. Блять, уродство какое-то получилось, а? Блять, пошла жара. Чё я, блять, по тексту должен говорить? Не помню нихуя. А, бля, кормушки, ёбаный в рот. А? Падра, ты меня уважаешь? Барсук, иди к папочке. Сейчас бы футбольчик и жухнуть кого-нибудь. Гопник, ёб твою мать! И сюда на! Кормушки, ёбана в рот. Сука! Сука, блины полезли! Траванулся, походу, не свежие были. А? Фу! Птички, на! Фу-ли-ли-ли! Сука, блины подвели. Какие тут нахуй кормушки, блять? Падра, я тебе сказал, иди сюда! Фу. Да ну нахуй эти кормушки! Где вазы, блять? Падра, вазы неси! Хочешь зарабатывать 30 тысяч за 10 дней? Заходи на сайт Capital Finance, регистрируйся и получай первую прибыль через 24 часа. Сайт принимает вклады и платит до 15% в сутки. Ссылка в описании.